За ним закрепилось звание одного из самых романтичных эстрадных исполнителей. Но вот «Hasta la vista», собственно говоря, спел и предстал перед зрителем совершенно новых амплуа. В общем, об экспериментах в жизни творческой исключительно. А также о старте нового года и этапе в карьере мы пригласили сегодня поговорить нашего народного, не боюсь этого слова, артиста, певца, композитора Руслана Алехно. Доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Сразу приятно как-то так Конечно, стало, да? Хорошо. Приходить к вам в гости всегда приятно. Ну, в общем, победы по жизни как-то, ну, по крайней мере, у зрителя такое ощущение, вас практически преследуют. Можем сразу на «ты», как в жизни, да? Так будет проще, я считаю, что и правильно. То есть в какой проект не пришел, так у зрителя складывается ощущение. Везде всех сразу победил, и все так легко. Так ли все легко действительно дается? Каждая победа дается нелегко. Каждое поражение воспринимается нелегко. То есть вот этот баланс, он всегда есть, это невозможно что-то перевесить на чашу весов. Когда, конечно, ты побеждаешь в конкурсе, ты понимаешь, что ты сделал все, но ты ведь находишься в окружении таких же артистов и, может быть, даже талантливее, чем ты. И в этом это и создает здоровую конкуренцию, то, что, я не побоюсь этого слова, дает некий стимул там, собраться в этих условиях, как ты себя поведешь, как ты будешь настраиваться. Это нормально, это закалка характера. Я благодарен своей судьбе и благодарен тем людям, которые в тот или иной момент мне помогли и дали возможность участвовать в тех или иных конкурсах. Есть какая-то разница между тем, как легко шел на ринг лет 15 назад, и тем, как сейчас? Ну, вообще, конечно, если сравнить себя вот того, значит, парня, который приехал из Минска в Москву в конкурс «Проект «Народный артист». Это сколько лет было парню? Это было 15 лет назад. Как это раз, мне было, да. Да, мне было 23 года. Да. Да, и я победил в этом проекте, что удивительно было для меня, потому что я не верил бы, понимаете, в чем дело. Вот эти стереотипы, которые сложились годами... Что все куплено, что у каждого, все, у каждого зрителя, у каждого жителя нашей страны и других стран, что все в шоу-бизнесе покупается и продается. Вот эти стереотипы, они мне не давали покоя. Я до конца не верю, что я стою на сцене Кремлевского дворца, и мне объявляют меня победителем проект «Народный артист». Это, знаете, какое-то такое было событие в моей жизни, которое, собственно говоря, все перевернуло. Вот тогда, проснувшись утром, боже мой, я же популярный, я к этому стремился, я об этом мечтал. Я не скрываю, это правда. А после победы «Один в один» было такое же ощущение? После победы «Один в один» я доказал, что победа в «Народном артисте» была не случайной. Все-таки этот опыт, который мы накапливаем на протяжении какого-то периода лет, знаете, я до сих пор, чтобы вы понимали, учусь. Да, то есть в прошлом году я окончил магистратуру академический вокал. Несколько лет назад я учился в Италии у Андреа Бочелли. Несколько лет назад я окончил институт культуры эстрадно-джазовое отделение в России. Я почему-то учусь. Сейчас у меня аспирантура. Это не потому, чтобы... Это нужно. Сегодня я пою, а завтра я не знаю, чем буду заниматься. Но это пусть будет, знаете, вот заранее все-таки позаботиться о своем будущем. И каждый год... Любой человек, находясь в профессии, получает опыт. И этот опыт мне в проекте «Один в один» правда пригодился. И был кастинг, поверьте, мне очень такой серьезный. 4 раза я был на кастинге. Я не понимал, зачем мне это нужно. Мне еще, помню, редактора говорили, ты прыгаешь в последний вагон проекта нашего. И именно, понимаешь, когда мне дали первый образ Фаррелла Уильямса, я вообще не знал, кто такой артист этот. Я уж не говорю про его музыку. Ну, конечно же, когда я услышал эту песню, я, естественно же, вспомнил. Ну, ладно, решиться на Фаррелла Уильямса, но решиться на Андрея Миронова? Самое сложное. Замахнуться, так сказать. Это самое сложное. Посмотрите, не собственно моя была идея, как и других участников, выбирать те или иные образы. Это давали редактора программы. Они совещались и давали конкретно тот или иной образ. Это гениальнейший актер. И, собственно говоря, почему для меня был самый сложный образ? Потому что... Когда мне сделали пластический грим, когда мне нарисовали брови, то рисуют там все это, парик, глаза и так далее. Подходишь к зеркалу и думаешь, похож или не похож это. И здесь, когда я подошел к зеркалу, увидел Миронова, я не увидел себя. И еще был интересный образ Леонтьева Валерия Яковлевича. Когда я вышел, я еще даже не запел. Жюри были уверены в том, что это настоящий Яковлевич вышел. А мне подумал Александр Дольник, говорит, слушай, мы уверены были, что вышел Валера. Валера вышел. Я хотела спросить, после проекта должны же явно были пойти предложения. Пригласили на съемку фильма про жизнь Андрея Миронова, пока его не снимали.
Никита Сергеевич Михалков пригласил меня несколько лет назад на вручение премии Кинопремии в образе Андрея Миронова. И он сказал, что, говорит, никто из актеров этого не делал. 15 лет назад ты же явно не мог себе представить, что профессия артиста – это вот так много всего, что ты действительно сможешь такое количество всего попробовать. Да, ты везде поешь, безусловно, но это такая палитра огромная. Что ты хочешь еще? Я хочу просто, чтобы мои близкие были здоровы, а это дает мне силы для моего творчества и так далее, и вдохновения. Я последние годы занимаюсь, так сказать, активно оперно-классическим таким, ну, репертуаром. Есть определенные задумки хорошего формата. Это связано с вот моим знакомством с Андреем Бочелли в России, в Кремле в 2016 году. И вот мы с его педагогом Андреем Альфредо Дзеназе готовим программу. У нас уже есть большая программа, мы ее представили в городе Империя в прошлом году симфоническим оркестром. На Новый год 18-19 год меня пригласили в Гирькон-оперу на премьерный спектакль, где я выступил в роли царя солнца. После Италии я на многие вещи для себя, первое, открыл, а во-вторых, я знаю секрет итальянского пения. Вот. И не расскажешь нам, конечно. А зачем? Же. Ну, это, собственно говоря, для каждого индивидуально. Послушай, ты такой положительный персонаж, такой хороший, романтический, хороший мальчик с хорошим образованием, говоришь такие правильные вещи. Но мы же в 2019 году. Все же хайпуют как могут, делают только вот что нельзя, тоже делают. В YouTube выкладывают невероятные какие-то вещи. Это простой путь, легкий к просмотрам, к славе. Почему нет? Кому-то нужен, понимаете, интернет для того, чтобы сделать хайп, для того, чтобы раздеться там, показать там, не знаю, что угодно, да? Это модно сейчас, но это временно, вы понимаете, в чем дело. Как сказал покойный Иосиф Давыдович Кобзон, хорошее вино с каждым годом становится дороже. И тот зритель, который знает меня, как Руслана Лехно, как эстрадного певца, который идет со мной, который слушает мои песни, собственно говоря, он никуда от этого не денется. Я не хочу. У меня, знаете, настолько хорошая и такая интересная жизнь, что я не хочу, чтобы моя дочка выросла и через 16 лет сказала: папа, а вот ты знаешь, ты вот в таком-то, в 19 году, в 21 веке, в интернете есть такое-то видео. Ну зачем? Когда мне спрашивают, какой вы человек, я никогда не даю характеристику. Я говорю, спросите у людей лучше, кто я и какой я. Даже не у моих людей, кто со мной живет, там, жена и там, братья и так далее, а зрителя. Ну, у них они скажут вам объективно. Где-то все проходят концерты Руслана Лехно, где-то, а почему проходят, бы не на родине? Проходят, почему правда, не... проходят где-то почему концерты, бы не у нас? И слава богу, что они есть, и я очень рад, что на мои концерты приходят люди. В следующий год, 2020 год, очень знаменательным, самой главной датой, событием всего постсоветского пространства, а нашей страны тем более, это год 75-летия юбилейной победы. Великой Отечественной войны. И в следующем году у нас есть большой проект, который мы хотим показать белорусскому зрителю, белорусскому народу. Мы планируем сделать серию концертов, военных песен, культовых, известных, таких как «Темная ночь», «В землянке», «Катюша» и так далее, и так далее. Плюс песни, написанные для меня оригинальными авторами, сегодняшними оригинальными песнями. Это все сделать с военным, академическим, симфоническим эстрадным ансамблем песни и пляски Вооруженных сил Республики Беларусь, в котором я служил, и представить это все к 9 мая, проехать по городам Беларуси с такой программой. А в феврале месяце 2020 года планирую показать зрителю белорусскому новую программу, совершенно новую программу, тот репертуар, который сейчас для меня пишет известнейший автор, наверное, не только в России, но и в Беларуси, наверняка его знают, Олег Шумаров. Первое отделение будет состоять из итальянских арий классических произведений, русские романсы. Второе отделение будет состоять из новых хитов, новых совершенно песен и старых хитов. Как мы рады, что сегодня утром ты проснулся со всей страной и практически с нами вместе. Спасибо большое. Я искренне рад тому, что сегодня такое утро доброе поистине, солнечное и прекрасное в вашей компании на телеканале ОНТ. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения.
О музыкальном росте, о личных победах этим утром мы поговорили с нашим земляком, певцом, композитором Русланом Олехно.